Только что глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 0 часов 0 минут 19 января 2022 года. Это важное решение для восстановления законности и правопорядка, обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан. В соответствии с законом, президентом страны, комендантом города назначен начальник департамента полиции Алматы генерал Таймерденов. Акимат работает над нормализацией всех сфер жизнедеятельности города. Наша общая задача – сохранить стабильность и мир в мегаполисе, не подвергать опасности мирных граждан, призывая всех горожан не поддаваться на провокации и беззаконие. Thank you.